Мазыр часто называюць беларускай Швейцарыяй, перш за ўсё дзякуючы незвычайнаму ландшафту. Няма, напэўна, ні аднаго чалавека, які б застаўся абыякавым да мясцовых краявідаў. У сялякім разе ў Гомельскай вобласці нічога падобнага няма больш нідзе. Хоть живе Мазыр не только туризмом, населенство города складывает больше 110 тысяч человек, а тому жилевое питание для мазырян мае далеко не апошнее значение. Специалисты кажут, что сегодня рынок жилья перенасыщенный, але это не значит, что попыту не існуе. Причем, когда еще 2 года тому на другостном рынку двухпакаевую квартиру продавали за 30 тысяч долларов, то зараз за 25. Сегодня самая дорогая сярод тех, что пропонуется праз интернет, 4-пакаевая квартира за 40 тысяч. У акционерном товаристве Мазыр Прамбуд, якую узводить практично полову мазырских кватер, лечить, что и эту цену можно снизить. В первую чергу про будовництво танхаусов, 2-поверховых домов на 2 семьи с особными уваходами. Танхаусы – это загородное жилье со всеми удобствами. То есть все инженерные сессии будут подведены к данному виду жилью. Это канализация, водопровод, горячее водоснабжение, отопление будет осуществляться от индивидуальных котлов газовых. Побач з домом невялікі зямельны ўчастак, непасрэдна ў кватэры на 1 сям'ю, 3 пакоі, гасціная, кухня, гардэробная і гараж. Агульная плошча 136 квадратных метраў, кошт каля 40 тысяч долараў. Пры магчымасці атрымання банкаўскага крэдыту будаўнікі кажуць, што нават пры такіх цэнах будаўніцтва танхаусаў эканамічна выгадна. Галоўная арганізацыя працы і мінімальныя тэрміны работ. З-за своевременнай паставкі, быстрай паставкі матэрыялаў, закупкі і также графікаў работ. Эти дома можно построить месяц-полтора. Первая черга мазырских танхаусов – это 4 дома на 8 семей, при том, что полностью городок различен на 20 домов. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» с Мазыра.